пойти на балет. Накрасила губы, надела сережки, примерила бусы, браслеты и брошки, надела парик, надушила манто. Что это такое, не знает никто. И взрослой походкой выходит из дома, как будто она никому не знакома. Народу на улице не в проворот, но дама везде пропускает вперед. Солидная дама 5 с лишним лет в трамвае сама покупает билет. Театр. Волнуется море народу, но дама спокойно подходит ко входу. Дает билетеру трамвайный билет и, важно кивая, проходит в буфет. Солидная дама на место уселась, на месте не ерзала и не вертелась. Соседям не строила страшных гримас, что редко увидишь в театре сейчас. Балет начинается, с третьим звонком свет медленно гасится под потолком. И вдруг побледнела солидная дама, вдоль кресел во тьме пробирается мама. От ужаса дама едва поняла, что мамино место она заняла. Солидная дама нырнула под кресло и быстро-пребыстро ко входу полезла. Пока под ногами она проползала, а она в темноте напугала ползала. Повсюду кричат: «Ой-ой-ой! Ай-яй-яй!» А кто-то как скочит, да крикнет: «Хватай!» Тут дама меткнулась, наткнулась на стену, спугнув балерин, залетела на сцену. Мелькнула по воздуху что-то в молоко, но что это было, не понял никто. Солидная дама по улицам мчится, каскада прыжков изумляя столицу. Глядят восхищенные вслед знатоки: «Она из балета! Какие прыжки!» Солидная дама 5 с лишним лет влетела в квартиру, окончен балет. Сняла аккуратно парик и сережки, подальше запрятала бусы и брошки. Потом налила лимонаду в духи, слезала помаду, зашила чулки, на ключ в гардеробе закрыла манто. Теперь не узнает об этом никто. Постель разделила солидная дама и только легла, как вошла ее мама. Представь, что сегодня творилось в балете. По сцене носились 3-летние дети.